Алло, Железов на проводе. Ну вот, с чего начнем? Начнем с того, что я записываю наш разговор, потому что вы сказали, что вы живете в Лесосибирске. Для меня это ближе к Норильску, чем к Африке. Ну, до Норильска там еще и мое. А тебе расскажу маленько, да? Так, значит, все, что будет интересно нам всем. Работаю на флоте. Ого. И ходим далеко, в ваш туда район. Вот две навигации в районе Тухарта по 5 месяцев. Так что работали там. Садом я не занимался. Но до этого в 2013 году я участок взял. Вот, хотел домик построить небольшой. Ну, участок сосна такой. Береза, все такое. Ну, огородились, выпилили мелкий сосняк, березу, засверлили скважину, вода на 8 метрах, и построили домик небольшой, по ТИСЭ, технологии индустриального строительства и, как она, экологии, на сваях. Все, весь дерн все поставлял, все на сваях построил домик небольшой, ну и загорели, значит, посадить что-то. Ну, сначала посадили малину, посадили черный смородину, ну, ягодники все, землянику там, ну, все. И мама у меня воткнула вишенку. Где-то у соседей взяла какую-то вишенку, воткнула ее в землю. И вот я за ней не обращал внимания. Ну, она выросла за 4 года и за плодоносила. И тут что-то у меня так загорелось, ну, может, что-то посадить посерьезнее такое. Ну, вот две навигации я был на севере. У меня сад бы, как бы, рос, жена собирала там малину, ягоду, все. Вот, а вишнями я не занимался. Ну, а тут решил я как-то ее, вот, ну, и по большому счету, ну, убил я ее. Пообрезал всю, и она у меня умерла. Хотя она уже урожай давала какой-то там. Ну, она не такая, ну, вкусная, не сладкая. А зачем резали? А по-писанному все, как вы и говорили. Все по-писанному. Начитался, то самое, ну, и порезал. Ну, у нее был отводок, то бишь, она, я его отсадил. Один отводочек здесь. Она у меня выросла, да. Я ее укоротил сразу на куст. А ту я сделал деревом. Ну, резал деревом. Она у меня выросла больше 2 метров такая. Вот. Мороз. В прошлом году она уже все засохла вся. И все. А эта маленькая растет. Ну, вот и думаю, ну, это, может, вишня вырастет какая-то. Купил еще парочку вишенок таких на рынке. Ну, они говорят, что это войлочная. Ну, не получилось, что это войлочная. Она вымерла. Я ее отрезал. Она опять кустом. Ну, кустом растет. В этом году вот они укрытые у меня стоят. Я их, значит, зацветут, может быть. Может быть, зацветут. Вот так. Ну и тут почитал ваши так, все дела эти, которые вы писали. Что-то загорелся. Потому что что-то получится ради эксперимента. В городе Лесосибирске вырастить хотя бы войлочную вишню. Так, тогда начинается допрос. В эту зиму какая была самая низкая температура? Самая низкая 42. Долго? Пару дней или 2 недели? Ну, нет, не 2 недели. Дня 3, наверное, 42, а вот, а в основном так 38-39. Ну, вот у меня вот эти вишни, 3 они у меня сейчас, которые, они укрытые. Ну, с панбондом обмотал их от мышей там и все такое, и снегом закидал. Снег большой, до 60 сантиметров. Вот. Ну, есть у меня еще 2 яблоньки, но они сланец. Ну, яблоньки я тоже. У меня первый год съели мыши яблони. Подчистую. И малину съели все. Я почему-то лемминг пришел. Откуда он пришел, короткохвостый? Одного я поймал. Вот. Ну, не ума было, начинал только. Сейчас-то я ее обматываю с панбондом и все. И, может, еще этой мазью. Как она? Вишневского воняет сильно. Убегает. Вот. Но 2 яблоньки потом поехал как-то, но уже времени не было. Я 2 яблоньки купил, ну и на куст тоже обрезал, и все, они растут. Я их в навигацию уходил, когда весной, я их в сланец, ну, придавил. Они сейчас у меня вот так вот, не знаю, 3-й год, и может зацветут в этом году. Но они все под снегом сейчас. Так, так, теперь, во-первых, мы как-то здорово разговариваем, а я даже знаю, как вас зовут. Сергей Владимирович, уже, мне уже 60, я уже пенсионер. А, Сергей Владимирович, если я буду забывать, не обижайтесь, без памяти живу. Я только про садоводство все помню.
А по жизни ни одного телефона, ни одного адреса. Вот такая голова. Так что, Сергей Владимирович, пока помню. Скажите, пожалуйста, значит, вы севернее Красноярска, я уже забыл. Да, севернее, на 300 километров. 300 или 30? 300. Я же говорю, вы бы еще в Норильске бы участок взяли. Валерий Константинович, у меня вот механик есть, да, у него тоже дом свой, ну, в черте города. Ну, мы тоже в черте города, считаю. У меня тут 5 минут до моей квартиры, тут в черте города. Ага, тогда следующий вопрос. Город греет ваш участок? Вот это я не могу сказать, что греет, нет. Ну, как бы вот... Если воняет, значит, греет. Ну, воняет, конечно. Ну, не, ну, тут буквально до города 3 минуты. Вот так я и говорю, если везет, да, то да. У вас хотя бы городской климат. Городской климат всегда это. Да. Он добавляет вам хотя бы 2-3 градуса, чтобы... Ну, я думаю, что добавляет, да, добавляет. Вот, ради чего мы затеяли разговор. Нас слышат сотни, а может тысячи. Пусть тоже это мозгами шевелят. Ага. Да, вонючий воздух, да, зато там может что-то путь не вырастет. Так, идем дальше. Почва, говорите, какая? Значит, полностью дерн. Вот я вот... А под дерном? А под дерном глина? А, ну правильно. Только глины нам и не хватало. Так, нетронутый дерн, вы, наверное, про меня знаете. Основа современного будущего садоводства. Так. Теперь хорошую землю найдете, где достать? А она у меня везде, она 20 сантиметров, у меня дерн прекрасно, потому что здесь было... Так вы говорите глина, или глина уже еще ниже? Глина ниже, 20 сантиметров дерна. А, все. Этого хватит, этого хватит. Это так. Береза у меня, вот я из-под березы, просто я что делал, грядки, я по курдюмам делал грядки, у меня там свекла, морковка растет. Я снимал этот слой, его через сетку просеивал, туда закладывал компост, вниз туда в глину в эту самую, а сверху вот эту землю, плюс перед этот у меня компост есть. И я с компостом, у меня прекрасно растет и кинза, и зелень, и огурцы. Огурцы я не сажаю, помидоры, не хочу ими заниматься. Раньше у меня и картошка была, но сейчас я только зелень сажаю, и сажаю морковку, свеклу, там, горох, ну, такую мелочь такую. Я вас буду чаще перебивать, чтобы нам это... Смотрите, значит, или где-то в уголочку своего сада вы находите, роете котлованчик, чтобы под дерном набрать чистой, хорошей земли. Это есть, я и в уголке. И делать холмы или гряды. Так, теперь следующий вопрос. Я все равно как эту губку выжму. Дальнейшие планы. Просто скромный сад, 10-20-30 деревьев. Или... А не замахнуться ли нам на нашего Уильяма, нашего Шекспира? Шекспира, ну... Да нет, у меня вот сейчас 17 соток, да, вот... Ого! Я с 10 начал. Надо где-то соток 8 сада, потому что половину отделил, там собирались еще с сыном гараж построить, да дом большой, ну не знаю, как-то планы такие были, вот, на половине участка. Ну там собака, вольер, короче, я не хочу этим заморачиваться. Я отгородил его сеткой такой, этот самый, а здесь вот сад. Ну, достаточно, ну, наверное, с десяток будет деревьев у меня только. Вот. Так, скромность украшает. Есть и десяток деревьев. Почему вы на рынке не купите этот десяток? Там, скажите, на рынке у вас бывает черешни, персики? Я просто угораю с этого рынка. Я хоть и молодой садовод, но я примерно догадываюсь и понимаю, что это такое. Потому что я таких теток там видел, которые торгуют палками вот этими. Это вообще что-то. Ну, я смотрю на это, покупают люди. Ну, я уже говорю, я был в Красноярске, там одна женщина мне продала яблоньки. Ну, она яблоньки я брал налив, белый налив, она мне сказала. Ну, там местная Красноярская, да, маленькие саженцы были, в горшках они были. Она мне их обрезала сразу все. Ну, их мыши съели просто. Там был белый налив, и был боровинка еще. Вот две, она сказала, возьми две яблоньки на пробу. Ну, вот я взял. Ну, я тогда вообще не читал еще пока ничего. Ну, естественно, я же ямы вырыл. Ну, и вырыл ямы, к чертовой матери. Сейчас просели. Вот сейчас, я не знаю, эти две яблони, наверное, погибнут. Так вы говорите, потому что... Не-не-не, яблони терпят сырость, они могут долго жить. Я сейчас снег откидаю в марте от них, попробую, конечно. Ну, не сказать, чтобы совсем углубились, но все равно. Ну, попытаюсь отвести воду, конечно. Во-во-во-во. А одна вишня у меня была, ну, кустовая тоже. Я как бы ее как интуитивно посадил на холмик. Ну, она прекрасна. Вот сейчас в этом году, наверное, зацветет уже на третий год.
Вот, они кустом у меня все. Первый год я отрезал, второй год я тоже опять на одну треть укоротил, и они сейчас кустом все. Ну, вроде как, сейчас уже я укорачивать ничего не собираюсь, и резать вообще ничего не собираюсь. А ту вишню, которая у меня дерево, я ее отпилю, я думаю, она отрастет. Вот. А она, отпилите ее, она отводки даст, у вас еще и поторговать начнете ими. Ну, она степная, по-моему. То, что мама не сказала, я не могу. Та тетенька, которая на даче на нее брала, она умерла, и я не могу сорт добиться. Ну, ладно, какая есть, так есть. Может, я на нее что-нибудь научусь прививать. Так, дальше по это допрос продолжается. Скажите, пожалуйста, вот, уважаемый Сергей Владимирович, неужели я запомнил имя отчество? Вот, уважаемый Сергей Владимирович, значит, ваша задача минимум или максимум? Задача минимум. Посадил. Я хотел бы провести эксперимент вот по косточкам. Я писал вашим Сергею Стане туда. Они говорят, мы на осень хотим, ну, на осень саженцы в Красноярск привезем, если что-то такое. Ну, я говорю, ну, на осень. Я, может, в августе собирался вообще к вам приехать, потому что в этом году я на север уже не пойду. Я сказал, все, я больше ни ходок, ни на север никуда. Я наработался. Мне 60 в этом году, юбилей, я буду, хочу садом заниматься, вот. Так что я в этом году, ну, мы вот, может быть, к августу за саженцами хотел бы я съездить к вам туда. Август, да, в это время выбор будет. Да, август, да. Ну, тогда на этом, смотрите, основные понятия, вы сами, вы два раза сказали слово «дерн», это святое слово. Да, это да, значит, да, что да. Вы не будете больше ямы рыть. Вот. Знаете, вы знаете про обрезку при посадке, так? Да, вот, да, скажите, да. Вот наш личный разговор. Вы что-то там про семена упомянули или мне послышалось? Да, да, я хотел бы, вот у меня есть такая грядочка, хотел бы, что, может, вы вышлите мне сейчас какие-то семена. Я хотел бы вишню и хотя бы косточковые попробовать, там сливу или и вишню. Так как вишня у меня есть уже, я бы к ним еще подсадил какой-нибудь опылитель. Может быть, они там у меня что-нибудь произошло. А там бы получилось что-то, я, может, свои косточки бы посадил. Чтобы я к весне мог посадить где-нибудь. Ну, у нас где-то середины мая начнется. Вот, как апрель снег сойдет, ну, прогреется 8-10 мая обычно вот так вот. Все это можно было бы посадить. Так, смотрите. Вы знаете, что здесь, особенно в вашем краю, приходится брать количество. У меня были случаи, пришлите три косточки, мне три дерева хватит за глаза. Это и было. А на данный момент, значит, итак, только вишни и сливы. На этом остановимся. Ну, я думаю, что для эксперимента, да. Ну, я, может быть, ну, а как вы думаете по абрикосу? Вот еще абрикос. А я хорошо думаю. У меня есть манитоба с Канады, раз. Ага. Вот, морозостойкая. И, что интересно... Она все-таки, там, нет, все-таки, нет, минуточку, вас холоднее. Нет, не пойдет. Я бы укрыл. Не, абрикосы нельзя укрывать, сгнивают. А, ну понятно. Давайте, сейчас я подумаю. И, сейчас. Смотрите, вам не покажется слишком скромными жердели с Украины? Я их уже приучил к морозам. Они у меня на манжурках пожили. Даже не факт, что я хочу проэкспериментировать и уже успокоиться. Ну, давайте, как некоторые, 10 сортов по 10 штук, на ваше усмотрение говорят. Да? А я тогда сую пару европейцев, канадцев, несколько дальневосточных, пару китайских и это, пару украинских. А там, что вырастет, то вырастет. Вы сами сказали. Вы годитесь, вам годится такой вариант, 10 на 10, 100 штук. Устроить. Теперь так. У вас льгота какая? Вы мой соучастник, вы соавтор этого фильма. Значит, не по 25 рублей, а по 20. То есть я делаю скидку вам на абрикосы. Так? Вот. Да, это вообще не имеет. Сливы у меня осталось совсем мало, дефицит страшный. Особенно, вот чего кончается, то кончается. Была дикая засуха. Значит, я вам черносливы подсуну, китайки подсуну. Вот так. Это самое. У меня еще и сувенир Востока. Царица сада называю. В общем, вы только называете количество сортов. Я вам также по десятку положу. И опять на выживание. 300 км севернее Красноярска. С ума сошли. Ну, да, намного севернее Красноярска. Ну, хотя снега-то хорошая, а погода, я не скажу, что у нас хорошая. Вот вы начали со слив, с вишен. Не боятся они снега. Не боятся сопревания. Вот тут ваш плюс. Давайте со слив, с
свишем, начнем, а дальше видно будет, наверное. Еще раз, абрикосы 10 по 10 потянете? Да. 2000 рублей. Извините, я торгуюсь, как этот, я хохол. Я говорю, это самое, это... Можно абрикос, можно сливу и вишню. Я, знаете, как делаю? Я никогда не хватаю за язык. Ага, не успел опомниться, а я уже говорю, гоните 5000. Uh-huh. Нет, вы сейчас закончим разговор. Вы потом мне... Ну, мы начали общаться, забыл, по WhatsApp или как? А, по телефону? Нет, мы по телефону общаемся. Ну, можете по WhatsApp прислать мне уже, когда успокоитесь. Не называя сорта, я буду за вас. Вот, не называя сорта. Мне столько, ну, учитывая, что расфасованы уже на сертификации и сливы, и вишни, и абрикосы. Уже на сертификации. Да, это мой плюс, это моя гордость. И вы тогда пишете абрикосов, допустим, столько сортов, в уме умножаете на 10. Слив столько сортов, зная, что по десятку расфасовано. И вишен столько. Вот, так. Можете что-то еще. Есть такие вещи, как манжурский орех, лещина. Такие редкие вещи. Нет, я орехами не хочу. Я хотел бы вот попробовать вот эти вот. Ну, понятно, понятно. Лишняя слива там. Если ограничимся этими тремя видами, то вы меня уже назовете. А потом посчитаем, умножим на 20. Пересылка там 300-400 рублей, все. Так а вы можете сейчас все записать? Не-не-не, я сейчас не могу. У меня рука на мышке. Вот. Вы же не видите, чем я занят. Ну, короче, а WhatsApp у вас работает, да? Работает. Ну, я тогда сфотографирую, вам на WhatsApp отправлю, да? Я пока рука на мышке, я вашу эту природу показываю. А потом и вы увидите. Вот. Да, и еще. Смотрите, прошло всего 16 минут. Он у меня открылся сама видеокамера через 10 минут. А я все стараюсь каждый раз выжать максимальный смысл. Мы про коммерцию закончили, да? Да. Вот. Предыдущий товарищ, с которым разговаривал, знаете, многие подчеркивают, а я ваш земляк, я из этого, с Кривого Рога. А я знаю, все украинцы 2-3 поколения назад имели корни украинцев. Сюда же это. В Сибирь-то украинцы покоряли. Кто что, не в курсе? Ладно, я шучу. Если бы сказать... Ладно, давайте о деле. Остается 10 минут. Вы можете задать несколько чисто практических вопросов. А я бы мог даже показать, что какие-то фотографии. Посадка... Практически я вообще, в общем-то, все понял по вашу технологию. Это холмы, это все это понятно. То, что... Все это, мне, в общем-то, все понятно. Попробуем, это как эксперимент, я хочу попробовать. Вот и все. Второй вопрос, какой высоты вырастут? Если вырастут, конечно. А вы сразу ограничите в росте, знаете почему? Почему? Если бы вы знали, когда нормальные, вот такие, как у меня, абсолютно здоровые семена и дают такие приросты, крышу сносит, залезть невозможно. У меня черешни, все остаются птицам. 90% вишен достаются птицам. Это я вам жалуюсь. Вот. Абрикосы, 10-метровый рост. Они там, наверху, прямо на дереве сгнивают, не сгнивают, переспевают, падают и годятся только на косточки, чему я рад. Вот. А у вас будет возможность первый год, пока самое, это и есть совет, самая безобидная, самая безболезненная обрезка, первый рост. Вот он растет вверх. Я понял, на куст сразу обрезка. Сразу на куст. У вас север, вам надо на куст. У вас... Вишни и сливы будут половину саженца под снегом. Подкидывать снег не надо, но у вас все равно будет полметра-метр. Вот. И нижние скелетные ветки, их же вы не будете отрезать с дуру, как учит Тимирязевка. Вот. Я все отрезал. А, вы уже успели уничтожить. Ладно. Так вот, у вас получится нижние скелетные ветки всегда под снегом. И что мы имеем? Мне вот это зло берет. Вот, у меня же, поверьте, у меня не только с Сибирска были покупатели, у меня с Туруханска были. Туруханка. Да, а там еще больше снегу. Я-то нарещанин, я что, не знаю, Туруханск. Ну, да, Сибирцы это вырастили для чего были-то? А? Погодите, дайте я мысль. Так вот, большая часть, не большая, ну, фактически, если брать объем кроны,
то минимум полкрона у вас будет укрыто снегом. И эти деревья, сливы и вишни, никогда не замерзнут. Вот представляете, север, да, 300 километров севернее Красноярска, это ужас, а они не замерзнут. Вопрос вызревания, так? Ага. Вот это будет стоять. Но уже тема не сегодняшняя. Раз. Теперь так. Значит, абрикосы. Вот тут придется делать холмы. Высокий снег пока будет таять. Он будет мокрый, сырой. Вот. И он может гноить корневую шейку и основание штамба. Значит, и посадку вам придется делать так, чтобы он был прикопан, ну, буквально миллиметр. Иначе опять получается корневая шейка и основание штамба окажется заглубленное, хоть немножко. Вот это беда. Вот. А почему дальше? Где-то, может, потом пальчиками... У меня вот есть место такое, типа, вот у забора прямо южная сторона, прямо на него, кажется, всю зиму светит солнце. И... Ага, только под забором еще на метр выше снегу наметает. Нет, там меньше. Вот там меньше. А, ну, тогда это и есть то самое место. И холм, да, смотрите. Вот, где-то иногда, может, придется и действительно раскопать перед весной. Вот. Нет, я-то обязательно откопаю. Мне это не так много, небольшой-большой труд, чтобы откопать. Вот. Так что. Ну откроем. И начнем, когда я вам вышлю эти же самые косточки абрикоса. Угу. Все равно самые надежные дальневосточные. Вот. Угу. Ну вот я думаю, ну надо самые надежные попробовать. Вот и все. Нет, плюс, нет, смотрите. Ну как же я вам бани вышлю? Обязательно. Я мыслю обязательно королевский. Да, у вас мороз. Вот. Но дело в том, что он уже, мне нужно доказать, что ему уже Сибирь покорена полностью. А королевский у него родина, это Франция. А все равно я хочу, чтобы вы мне прислали фотографии плодоносящего. Все понятно. Ну, если что-то, конечно. Ну, десяткам рискнем. Ну, остальные Амур. Амур это же универсальный, это как автомобиль «Жигуль». Хоть на риске на нем ездят, хоть в Сочи ездят. Так и тут. Это автомобиль «Жигуль». Да, я уже налетел на этот «Северный Триумф», тоже купил, посадил что-то матери в яму. Ну что, первая зима, и нету его. Все. Так он бы... Нет, «Северный Триумф». Дичок вылез, прививки дичок не вылез. Ну, все понятно. Я тут, ну, под снегом, короче. Ну что, это, Сергей Владимирович, заканчивать будем? Заканчивать, разговор. Давайте. Заказ. Люди устанут. На WhatsApp вышли, да? Да. Заказ на WhatsApp, там же ответ получите. Ну что, я считаю, что этот, если я сейчас проверю голос, иногда невозможно слышать плохо, тогда будем считать, что я для вас одного говорил. А если голосом все в порядке, значит, выставлю это на канале. Брат мой доведет до ума. Вот, и получится нормальное кино. Может быть, даже сегодня. Вот. Понятно. Ладно, давайте. Давайте. Будем считать, что мы работали для людей. Хорошо, до свидания. До свидания, Сергей Владимирович.